Ну вот, пожалуйста, сегодня плюс один, все потаяло. Где наши минус 13 бывшие? Сейчас дождь идет на улице, представляете? С ума сойти. Сейчас надо быстро в магазин сгонять. Формочки для кекса взять. Дважды забыла. Ага. А тут главное не убиться. Вроде как почистили, но что-то непонятно. То ли скользко, то ли что. Ну, как-то так, в общем. С погодой, конечно, не айс. Я не люблю, когда вот так вот снега навалит, потом бах, растает. То минус 13, то минус 19, то плюс 1. Ну что это такое вообще? Ненормально все это.